Друзья, всем привет-привет! Давно опять не показывала видео, но хочу показать для девочек, которые сейчас спрашивают про тигрят, тех тигрят, которые у меня остались. Значит, вот по ножкам видно, что два, которые вот ко мне, вот эти парочка, они шоколадики. И, извиняюсь, троица. Более-менее темные ножки. То есть здесь можно видеть, да? По ракушечкам, вот вы видите, они все ровные, как всегда, с розовым отливом. Вот такие ракушки. Такие попки. У этого, кстати, хоть он и шоколадный, но посмотрите, какой рисунок. Настоящий тигриный рисунок. И еще один момент, значит, вот 4 идеальных. И вот этот, кстати, он все-таки тоже немножко шоколадный. Так, сюда тебя. Вот такой ребенок. То есть у него закрученная идет ракушка. Его, конечно, при желании я отдам бонусом. Он живет, он растет, все у него хорошо и развивается, но... Можно даже сравнить, да, в принципе, он одного и того же размера. Ну, немного. Я говорю, что, повторюсь, отдам его бонусом при желании. Но у него, я его почему не браковала? Потому что он изначально вот таким круглым родился и стал расти. Так. И здесь тоже у меня, посмотрите, какой... темноногий ребенок, но вот так вот он один остался, видно, не углядела вовремя. Есть приросты, он растет, он стал расти, вот хороший последний прирост, тоже отдам бонусом при желании. То есть вот эта парочка уйдет кому-то бонусом. Нет, оставлю себе, я их не хочу убивать, потому что этот темноногий. Ну, мне виднее, все-таки камера, не забывайте, что более-менее засвечивает. А этот вот такой круглый. И вот эти 4 ребенка вот с такими идеальными ракушками. Они сейчас подсыхают, видно. С такими ножками, в общем, все у нас идеально. И вот этот, конечно, я его сейчас потрогаю. Он обидится, но вот с такой ракухой, с таким рисунком. Тут отсвечивает, но это бомба. Вот такие тигрята у меня в наличии. Так, насчет цены тоже скажу. Девочки, как говорится, без выбора сделаю скидку. С выбором, сами понимаете, я и так их продаю очень дешево. Если вы знаете, знакомы с ценами, то посудите сами. Такое отступление. Все, друзья мои, пока-пока.